Вы проснулись на территории таинственного объекта, не помня о себе ничего. Проявите себя, постройте огромную фабрику по производству машин и инструментов, необходимых для исследования инопланетного мира. Так, ребят, всех приветствую. Сегодня поиграем в Тектонику. Это симулятор выживания. Только скачал, честно, без понятия, что за игрушка, что тут нужно делать и будет ли у нас здесь... Так, внимание, нарушение целостности конструкции. Начата экстренная реанимация. Покиньте этот объект и отправляйтесь к производственному терминалу. Хорошо, так, я же говорю, только скачал игрушку, еще не играл в нее. Не знаю, здесь есть ли у нас ХП, вода, еда. Будем ли мы ее добывать, или мы просто будем с вами строиться. Ух ты. Либо мы будем с вами просто строить машину, чтобы отсюда выбраться. Короче, в чем суть игры? Наш главный герой-космонавт отправился на экспедицию, и что-то пошло не так. И теперь нужно будет с вами отсюда выбраться. Так, а здесь закрыто, да? А мы сможем сюда продолбаться? Ага, 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 надо запомнить. По-моему, эти стенки, да, можно будет раздолбить? Так, идемте. Подобрать. Так, удерживать. Ага, отлично. Не знаю, буду ли полностью проходить эту игрушку, либо нет. Посмотрим. Просто у меня на канале есть такое, что я, к примеру, там записал две серии и закончил, потому что игра мне не зашла. Так что будем смотреть. Что тут и как. А что мы добываем? Добываем грязь. Не знаю, наверное, нам понадобится, да, она? Ага, известняк тоже добываем. Хорошо. Так, привет. Ты меня слышишь? Твой костюм не способен передавать голосовой или идентификационный сигнал, но мои датчики показывают, что где-то там. Сперва доберись до производственного терминала и проверь его состояние. Хочу услышать твое мнение о том, что там... Что там что-то там. Так, если я не ошибаюсь, то вот эта вот стена, да? Ведет вот... сюда. Или нет? А давайте попробуем продолбиться сюда. Давай посмотрим. Так, известняк тоже забираем. Давай спускаемся вниз. И по идее... Вот эта вот стенка... ведет именно вон туда. Где мы только что смотрели с моего окошка. Или это нельзя будет сделать? И надо ли нам туда сразу идти? Так, ну вроде продалбываемся, да? Вроде продалбываемся. Так, что это? Собрать. Так, осмотрите производственный терминал. Я так понимаю, вот эту вот штуку надо будет осмотреть. Сейчас мы с вами осмотримся. Давай посмотрим, сможем ли мы туда пробраться дальше. Или не сможем. Так, но здесь полоски ХП я не вижу. Значит, наверное, у нас здесь ее и не будет. И нам, в принципе, не надо будет ни воду, ни еду добывать. А чисто строить машины, да? Мы же в правильном направлении долбимся, я надеюсь. Так, а ну, пропусти меня. Да, вроде правильно долбимся. Блин, вот этот ледокол. Конечно, с помощью него мы будем долго и нудно это делать. Или нам туда не надо. Или надо. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так, а ну давай. Выйдем. Можно выйти? Спасибо. Выйти, выйти, выйти. Выйти, выйти, выйти. По-моему же... Так. Угу. Все, хорошо. По-моему, сюда мы долбимся. Просто если сейчас мы в породу упремся. Угу. Ладно, ладно, потом продолбимся.
Так, идемте смотреть. У нас с восклицательным знаком все подписано. Окей, прыгнуть. Так, что нам здесь нужно? Взаимодействие, ремонт терминала. Нам нужна железная руда и медь, да? Правильно я понимаю? Да, и медная руда. Так, этот терминал сдох. Мне удалось извлечь только технологию наборовой установки. Попробуй изготовить что-нибудь из материалов, которые в ящиках. Хорошо, сейчас изготовим. Сейчас изготовим. Так, забрать. Так, что у нас здесь? Больше ничего нету, да? Давайте немножко осмотримся. На тап буровой установки. Давайте 6 штучек сделаем. И сходим, посмотрим еще, что нас здесь с вами ждет. Так, ага. О, бонжур. Вот еще материалы. Ну да, я здесь еду не вижу. Это что у нас здесь? Семена. Прямо куста. Пламя куста. Ага. Очень интересно, но пока ничего не понятно. Так, забрать все. Хорошо. Грибочки какие-то собираем. Так, все, буровые установки мы с вами создали, да? Пошлите их размещать. Давай, наверное, один сюда. Один сюда. Так, новое задание. Ага, вот и медь, по-моему. Давайте сюда пару штучек вставим. Так, как я у тебя... Ага. Так, открыть... во, топливо, отлично. А топливо вот эта вот штука, правильно понимаю? Или это грибочки тоже? Так, ага. Что-то мы собрали. Ладно, идемте железо вставим, чтобы оно работало. И будем чинить наш терминал. Так, снадите, отремонтируйте производство. Хорошо. Так, на буковку ТАП. Логистика, базовое задание. Комплектующее снаряжение. Это, наверное, мы сможем здесь сделать с вами комплектующее, правильно? Которое нам не будет хватать. Хорошо. Так, нам нужно там 15 штучек. Так что, давай подождем. Давай подождем. Все, 15 есть. Пошлите медь заберем. Странно, симулятор выживания. А пис-пис-шу добывать не нужно. Может, в дальнейшем сможем. Так, давай ремонтировать. Раз и два. Отстань. Все, хорошо. Ремонт. Так, уровень разблокирован, да? Отличная работа, первопроходец. Руда доставлена в терминал. Не зря взяла тебя в свою бригаду. Для следующего этапа ремонта нужен сканер. После ремонта этой штуковины нужна технология. Открылась имячески. Так что изготовь сканер. А, вот сканер. Отлично. Отсканируйте фрагменты машины. А, и здесь можем что-то сканировать, ля. Так, фрагменты машины, да, сканируем? Угу, исчезли. Так, снабдите, отремонтируйте производственный терминал. Нужно 5 железных слитков, 20 медных сливков. Слитков, хорошо. Давайте эти штуки поисследуем. Исследуем все эти штуки.
Так, что нам нужно? Нам нужно в производстве. Производство, логистика, не то. Т. Плавильная печь. Что для этого нужно? Угу. Фундаментальная наука. Хорошо. Ядро, да? Нужно сколько? 5 ядер создать. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Так, нужно ядра исследования. Хорошо, ядра мы с вами сейчас... сейчас изготовим. Давайте посмотрим, что мы здесь можем еще с вами отсканировать. И зачем это все нам нужно. Так, отлично. Здесь можем что-то сканировать. Не, здесь ничего не можем сканировать, да? Так, а можно присесть? Не? Ага, можно. Так, обнаружена охраняемая зона. Окей, бегать мы здесь не можем нашим персонажем. Так, ядра у нас готовы. Сейчас мы ядра с вами сделаем. Давайте осмотримся, что у нас с вами здесь есть. Вот что-то есть. Угу. Модуль обновления отсканирован. Хорошо. Нужно будет открыть технологии. Так, ящик с компонентами раскидали. Хорошо. Это мы потом осмотрим. Так, давай изучать. Поначалу, понятно, я не буду вообще понимать, что происходит и что тут делать. Но в дальнейшем, я думаю, разберемся. На крайняк вы мне подскажете, правильно? Так, ты кто? Так, это были обучения, терминалы, ага, сканить терминалы, а потом, что было заблокировано, буковка Б, хорошо. Так, растения, растения, трудно поверить, что прошел еще целый год. Пришло время очередного... Ага, ага. Так, на J у нас изготовление ядер. Угу, это подсказки, это задание у нас. Система. Так, внимание для активации. Хорошо. Привет, ты меня слышишь? Угу, окей. Ладно, давайте спускаться вниз. Давайте спускаться вниз и ставить наши ядра. А куда мы ядра будем ставить с вами? Предлагаю в какое-то такое место. Сюда же мы можем их поставить? Или не можем? Давайте сюда, чтобы они нам не мешали. Так раз. Два. Три, четыре, пять. Все? Все правильно? Так, нажмите Т, чтобы открыть... Древо технологии. Где у меня Т? Во. Зажмите, чтобы активировать. Ага, понятно. Тогда мы этими штуками будем активировать древо технологии. Сколько у нас здесь всего этого интересного. Сколько нам изучать надо будет с вами. Ладно, окей, поехали дальше. Так, технология активирована. Приступить к строительству плавильной печи. Это плавильная печка, хорошо. Давайте, наверное, две штуки. Одну для металла, одну для нашей, как его, для меди. И давайте определимся, где мы будем с вами ставить плавильную печь. Так, и надо не забывать, я где-то там хотел пробиться, да? С какой стороны я хотел там пробиться? Надо будет здесь посмотреть. Давай попробуем еще. Это сделать. Чуть-чуть еще подолбим. Так, технология для плавильной печи активирована. Теперь нужно построить и разместить. Да, это построю и размещу. Сейчас, две секундочки. Хочу все-таки посмотреть, правильно ли я долблюсь, либо неправильно.
Как говорится, Майнкрафт — моя жизнь, ребят, так что давай. Долбимся. Блин, а может я неправильно долблюсь? Но зато известняк добываем. Не знаю, зачем нам известняк. Понял, это будет долго и нудно. Ладно. А выпусти меня, пожалуйста. Все, спасибо. Так, давайте смотреть. Выпусти. Смотреть, куда мы плавильные печи поставим. Давайте, наверное, куда-то... Куда-то их сюда... Можно же будет, да? А как повернуть тебя? Ага, вот как тебя повернуть. Интересно, а это входы либо выходы? Это что у нас идет? Давай, наверное, вот так раз, вот так два, да? Так, заходим, топливо. И давай сюда, опа, слитки, хорошо. И нам нужен металл. Металл у нас, по-моему, где-то здесь находится, да, отлично. Давай еще топливо течь, немножко добавим. Идемте расплавим металл. Так, отлично, ага, отлично, все, плавься. Давайте пособираем грибочки для нашего топлива. Надеюсь, мы их будем выращивать. Надеюсь, что здесь можно их будет выращивать. Будет прикольно. Так, отлично, отлично. Мы тебя можем раздолбать? О, можем. Гравий, ага. Так, а мы тебя сканировали? Нет, не сканировали. Ползучая гидра. А здесь гидра, ребят. Гидро во всем виновата. Так, 6 есть. Ага, у нас мало. Мало половин. Блин, туда надо будет сейчас еще сбегать, посмотреть. Что нужно? Нужно топливо, нужно забрать медь. Нужно поставить производство и сбегать, посмотреть, что у нас там находится. Иди сюда, иди сюда. Все, отлично, побежали, смотрим. Посмотрим. И возьмем, наверное, в руки с вами сканер. Сканер, я сказал. Так, это освещение. Ага, тут проход, да, какой-то есть? Ну, правильно я понимаю? Хорошо, с этим мы разберемся. Так, а помимо... Что такое... Грибочки, понял. А помимо металлов, мы можем еще что-нибудь здесь добывать? Или не можем? Так, ты кто? Ты кто, ты кто? Бумс? Бумс. Так, дверь обесточена и заблокирована. Отремонтируйте... Производственный терминал. Ага, ля, у нас что тут находится? Ладно, пошлите ремонтировать. Пошлите ремонтировать. Надо не забыть, где эта штука находится. Потому что я парень простой. Только увидел, сразу забыл. Так, а ну сейчас одну секунду, я кое-что хочу проверить. Потому что я бывает такое, включаю запись, а микрофон у меня выключенный. И я такой, ура! 40 минут в пустоту. Так, здесь вроде ничего нету, да? Единственное, что меня напрягает в этой игре сразу же, это расцветка вот эта вот. Чересчур сильно какая-то токсичная. Не знаю, может привыкну. Может глаза привыкнут потом к этому всему. Так, берем с вами раз. Берем с вами два. И пошлите... Я забрал? Да, забрал. Пошлите ремонтировать наш терминал. Так, нужно 5 слитков. Хорошо, а тут тоже 5. Все, ремонтируем.
Так, новые технологии есть. Отлично, отлично, отлично. Так, Тимиранал обновлен. Основные схемы и автоматизация доступны. Он что, не взорвется? Потому что какую игру я не играю, мне вечно что-то взрывается. Так, а давай посмотрим мы с вами по поводу... Ага, вот карта есть, да? Отлично, здесь что-то находится. Как нам дальше двигаться? Никак. Ля, есть проход, ребят, смотри. Здесь все наша база, я знаю, вы мышку не видите. Вот база какая-то, нужно будет ее открыть. Вот мы находимся, и нужно будет дальше исследовать это все. Прикольно, прикольно. Так, а где наша технология? Где наша технология? Вот они. Здесь больше ничего не активировалось? Вроде бы нет. Ладно. Так, нажимаем. Логистика базовая. Ага, теперь мы можем делать эти штуки. Что это у нас? Контейнер. Манипулятор. Конвейерная лента. Так, режим стирания. Хорошо. Что нам нужно? Нам нужно... Ага, лента. Лента 15, да. Манипулятор 2, контейнер 1. Так, лента 15. Есть. 2 и 1. Давайте сейчас сделаем. Я так понимаю, что нам нужно будет эти конвейерные ленты провести как-то отсюда, да? Вот так, чтобы она сразу загружалась в печку, в плавильню. Мы же сможем это сделать? Так, а давай мы камушек уберем, расчистим все и посмотрим. Если да, будет прикольно. Только, наверное, знаете, что мы сделаем? Мы, наверное, одну плавильню поставим с вами... Вот сюда, ну, чтобы ближе было. Чтобы отсюда сразу оно шло в ленту. А вторую плавильню поставим там. А потом попробуем как-то провести это все сюда. Да? Давайте смотреть. Так, сейчас, секунду. Так, что нам? По-моему, на F-очку. Да, на F-очку можно разобрать. На F-очку. Так, погоди. Сейчас мы заберем. Сейчас мы заберем это все. И на F-очку демонтировать. Отлично. Давай мы тебя поставим, значит, как-то вот так. Блин, криво косенько, да? Или нормально? Давай, наверное, тебя поставим вот так. Отсюда потом проведем конвейерную ленту. Или подальше это сделать. Давай, наверное, подальше тебя сделаем. Так, дай сюда. Шестерочка. Давай, наверное, вот так вот. Потом забираем вот тебя. И несем тебя сюда. Ну, чтобы мы не бегали много раз. Так, как-то ровно тебя поставить. Давай поставим тебя вот так вот, да? Ровненько аж, вроде да. Отлично. Собрать, собрать. Собрать. Давай тогда мы тебя закинем сюда. Только ремонтировать мы тебя пока мест не будем. Попробуем сделать... конвейерную ленту. Так, что нам для этого нужно? Нам нужны манипуляторы. Раз, два. Давай 4 штучки сделаем, да? И эти штуки. Плюс контейнер для хранения крупновалютных грузов во время экспедиции. Принимает продукцию от манипуляторов. Давай 2 штуки. Давай, наверное, тебя еще сделаем. И тебя вот так. Так. Шикарно.
что нужно? Нужно сделать так и нужно сделать... Нет, наоборот, 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 наоборот. Сюда у нас металл будет идти, а там у нас будет плавиться сейчас медь. Так, давай сюда и давай сюда. Все, отлично, пусть плавится. Так, где наши манипуляторы? Вот это вот манипуляторы, да? Что нам нужно, чтобы они были направлены куда? Ага, вот так, да? Вот так. Раз. Ага. Так, манипуляторы. Отлично. И оно не отлично. Хорошо. Значит, нам нужны еще манипуляторы, правильно я понимаю? Так, дай мне восьмерочку. Не. Ага, нам надо в эту сторону. Все. А ну. Во, ля, работает. В печку заправляет. Шикарно. А теперь нам нужно как-то с печки, чтобы оно поступало к нам в склад, правильно? Давай склад поставим куда-то вот сюда. Это мне надо два манипулятора. Ага, один нужен сюда, один сюда. Так. Давай туда смотреть. Ага, вот так вот. Этот... Не, не так сделал, не так сделал. Нужно переделать, оно не получится его так снести, снести, снести. Давай тогда, наверное, ящик мы поставим вот так, да? Два манипулятора влезут же, по-моему, да, влезут. Тогда один сюда. Берем мы в эту сторону, в эту сторону. В эту сторону и в эту сторону. И теперь нужно... Ля, работает? Работает, все, оно прямо на склад идет. Шикарно, что могу сказать. Реально шикарно. Хорошо, пойдемте сделаем все то же самое с медной рудой. Все те же самые манипуляции. Так... Тогда нам нужно 2, 4, 6. 6 этих штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6 штучек надо, хорошо. Так, сейчас, секунду. Секунду, секунду, секунду. И продолжим. Так, что нам нужно? Нам нужен ящик сразу. Наверное. Вот так вот, да? Потом нужны манипуляторы. Манипуляторы у нас будут... На буковку R. Ага, отсюда, вот сюда. Потом. Правильно ж? Отсюда, вот сюда. Так, тебе удалось создать небольшой завод. Так, другой вариант. Не разбирать завод на части, а вместо этого создать новые ленты-манипуляторы. И контейнеры. Ага, хорошо. Так, что нам нужно? Нам нужно здесь посмотреть. Ага. Раз, два. Три, четыре. И ленту. Блин, эту далеко поставил. Эту далеко поставил. Все, работает. Что тут не так? Почему-то не работает. А почему не работает? Почему-то лента не работает. Окей.
Давай исправим. Так, не туда. Вот так вот, да? Ага, вот. Все, лента пошла. Понял. Понял, понял, понял. Значит, тебя тоже переставить надо. Все, отлично. Давай смотреть. Все, работаешь? Работаешь. Ты работаешь, тоже работаешь. И у нас... Ага, еще одна лента нужна. Все, шикарно. Пошло производство. По идее, да, только... Второй манипулятор не работает, не успевает, да? Хорошо, тогда сюда нужно... С вами положить еще топливо, сбегать, положить туда топливо. Так, вот сюда раз, вот сюда два, и доложить еще. Я думаю, пока есть больше манипуляторов, мы делать не будем. В принципе, должно хватить, правильно я понимаю? Так, 183, 63, хорошо. Грибочки собрать. Подходит для топлива? Да, подходит. Отлично. Давай тогда сюда. Давай тогда сюда. А ты тоже подходишь, да? У нас просто растение заканчивается, я не знаю. Вот это вот я не знаю, нужно ли нам будет выращивать их. Так, давайте отремонтируем наш терминал. И посмотрим, что там будет нового. Так, обновление. Так, доступны новые технологии. Угу. Окей, полностью обновлен. Шикарно. Так, маяки снова в сети. Смотрите, пульт радиоприемника рядом с этим экраном. Он начнет подавать звуковые сигналы и мигать. Так, местоположение, признаки жизни. Доступ ко всем местам и объектам должен быть восстановлен, включая тот, где я все это время торчала. Отправила код разблокировки двери. У меня есть технологии, которые тебе понравятся. Плюс можешь даже не думать выбраться отсюда или что-то в этом роде. Так, погоди, у нас новые технологии появились? Или не появились? Нужны ли нам... Нужны ли нам... Так, что это у нас? Активировать, зажать. Чпуник. Разделение. Парник. Ага, парники, ля. Парники, парники. Это что у нас здесь? Это позволяет возможность создавателя собирать грязь из органических материалов. Так, давай посмотрим. Так, это бровостная плавильная печь. Ага, логистика. И где это находится? Вот оно, грязь. И зачем оно нам? I don't know. Ладно, давайте попробуем. Попробуем с вами что-то сделать. Раз, два, три. Получится? Получится. Сейчас мы с вами поставим еще эти шары. Сюда. Может, у нас откроется новая ветка технологий. Так, раз. Как раз выделим это место. Здесь у нас будут эти штуки стоять. Так, два. И давай еще посмотрим. Что требуется? Требуется парник. Пламя куст одна штука, да? Открывает пламя куст одна штука. Угу. Грязь, 24. Пока еще непонятно, как это все делать. Ладно, идемте сходим в домики. Сходим в домики. Один у нас домик был закрытый. Никто не помнит. Так, ну грязь нам нужна, правильно я понимаю? Так, это гравий.
Это что у нас? Это известняк, хорошо. Вот у нас что-то светится здесь. А здесь у нас что-то с вами светится. А, ну да. Давай. О, послать этот сигнал было сложнее, чем ты думаешь. Странно, но я стала отлично разбираться в этих компьютерах. Я помню себя совершенно иной. Раньше я бы вытаскивала тебя из такой ситуации, а сейчас все наоборот. Так. Потом поймешь. Хорошо, давайте посмотрим сканером, что здесь есть у нас. Так, ты кто? Никто. И нужно будет потом разобраться с теплицей. Так, открыть. Ага, вот какие-то компоненты лежат. А как мне туда попасть? Мне нужно, наверное, будет активировать, да, сейчас? Генератор какой-то. Ага, прикольно. Ля, сколько места у нас здесь? Сколько у нас здесь с вами места много? Так, обнаружены жертвы. О, бонжур. Спишь? Так, подобрать. Ага, я сейчас по-любому подберу, и что-то начнется, да? Стопудово. Сейчас либо гробоиды, либо чужие нападут. Так, давай, наверное, залутаемся сначала. О, 5 штучек этих. Прикольно. Надо будет поставить потом. Платы. Это быстрый манипулятор. Хорошо. Ладно, забираем. Тессеракт. Да ладно тебе. Просто я застряла в инопланетном кубе. Я рядом лежу, не знаю, что я пыталась сделать, но как вижу, это обернулось провалом. Надеюсь, это того стоило. Пойдем. Ага, это подруга в этом кубе находится. Ну пойдем. А куда идем? Да ты шо, мы сейчас вижена будем делать с вами, ребята, из Тессеракта. Тут же камень разума есть. Ля, отсылочки на Марвел. Так, зацилочки на Марвел. Стой. Так, а пока мы не ушли, просканируй фрагмент клетки у лестницы. И чё? Чпоньк. Есть. Технологии какие-то активировали. Хорошо, отлично. Забрать. Во, вот эти вот штуки мне надо. Тоже надо, тоже надо. Все, берем в руки. Так, а дай мне эту штуку. Дай мне тессеракт. Не, работать не хочешь. А ты? Ладно, давайте вернемся, наверное, знаете куда? Там, где мы с вами. Так, штаб, сектор, доберитесь до радиоприемника в производственном терминале. Так, похоже, терминал полностью перезагружен. Смотри пульт радиоприемника, еще раз проверь. Хорошо, хорошо. Мы, конечно, это все с вами сделаем. Но для начала давайте вернемся к нам домой, по-моему, сюда, да? Откуда мы только вышли с вами? Это не отсюда мы вышли. Откуда-то мы с вами спустились же. А потом туда. Не хочу сильно спешить по сюжету этой игры. О, да, отсюда. Может, тут что-то есть интересное? То, что я упускаю. Ты хочешь забраться обратно в капсулу и забыть про все на свете. Но я не сдамся, и тебе не позволю. Да я отлягу, посплю, все. Все равно сбежать не выйдет, капсулы больше не работают. Там уже совсем не кинематографично. Ага.
Так, не хочешь верить, но мы справимся. Я понял. Я понял. Так, секунду. Что я хочу проверить? Мне нужно... Давайте грязи наделаем. Не знаю, зачем она нам нужна. Зайдем в технологии. Так, терраформирование. Во, смотри. Что нам для этого нужно? Так, терраформирование, синтез, логистика. Ага. Энергия, наука, строительство. Во, надо будет не забывать эти. Почему недоступно? Требуется 6 ядер. Так, пора приступать к работе, это понятно. Стой, погоди. Давай, наверное, мы установим вот эти вот штуки. Только куда бы их бы так бы установить, чтобы мы проход не закрывали с вами. Так, давай, наверное, сюда. Сюда. Ага. И где-то... Ну, здесь же можем, правильно? Здесь же нам ничего строить не надо будет. Вроде бы нет. Так, все, по идее, технологии должны открыты мы бы, да? Да, есть, я могу зажать. Что нам нужно? Активировать рот. Терраформирование. Блин, а я хочу... Я хочу открыть с вами... Парник. Ладно, давайте активируем крот. Так, новое задание. Крот. Устройство служит для разработки грунта. Позволяет устранять препятствия. Снаряжение. Бумс. Давай смотреть, что это за крот такой. Ага, ля... This vault is not authorized to destroy resources, critical infrastructure, or protected environmental areas. Ля, как? Прикольно. А давай пройдем. Бум. Ой, перегрев. Только не взорвись, пожалуйста. Ля, ребят, так я сейчас здесь все расчищу. Смогу сейчас здесь все расчистить. Мы же правильно идем? По-моему, уже в эту сторону должно быть. Ага, неправильно мы идем, потому что с этой стороны у нас вот медь, хорошо. Ладно, давайте расчищать. Давайте расчищать и смотреть, что у нас здесь есть. Так, все, Арчи, отпусти мышку. Я хочу понять, как нам с вами добраться вот... Сейчас покажу, в какое место... Вот это вот место, как нам сюда пробраться. То есть нам нужно чуть-чуть левее, да, пройти вот эту, в эту сторону. И забрать вот эти все манипуляторы себе. Почему бы, собственно, и нет, правильно? Так, вот это я тут дыромань наделал. Надо, наверное, сильно не делать много дыроманий, потому что... Я растения все поуничтожаю, а мне потом их выращивать надо будет. Так, все. О, отлично, идем. И теперь в эту сторону. Не, пройти нельзя. Ага, пройти нельзя, да? Я же все равно до тебя доберусь. Прячься, не прячься. Смотри, он запер там. Ладно. Так, а можно пройти? Пожалуйста.
спасибо. Надо будет, наверное, без записи. Без записи надо будет, наверное, сделать этих, как его, проходы. Посмотреть. Теперь мне нужен синтез. Мне нужна вот эта вот штука. Парник. Это активировано. Так, чтобы парник, что нам нужно? 8 штук чего-то там. Так, 2 шестеренки и 8. 8 кого-то. А 8 кого-то это чего? Вот это вот. Сканируется 3 раза. То есть, видите, он 2 шестеренки, 2 и 8 непонятно чего. Не 8 буров ли нам надо вот этих вот. Таких вот штук. Как думаете, это оно? Вроде бы похоже, да? А вроде бы и нет. Так, наука. Что мы здесь можем? Массовый сбор. Здесь можем сделать, и здесь можем сделать. Ладно, давайте. Наука. И зажать. Активировано, хорошо. Строительство. Открывает основные строительные компоненты. Ну, давай потратим. Наука, энергия, ручной генератор. Ага, не подходит. А, логистика. Ну, нам манипуляторы, в принципе, не нужны. Правильно? У нас они есть, но... Давай посмотрим. Плавильная печь. Синтез. У нас что-то с синтезом тут связано. Почему-то светится восклицательный знак. Парник. Мне нужен парник. Срочно. Так, быстро переработать органические семена для полноценного разведения растений. Хорошо. Блин, а где посмотреть это все? Так, терминал обновлен. Машины, буровая установка. Конвейерная лента, плавильная печь. А у нас есть эти флора, грибы, растения, крот. Ага, раскопки. Тут нету. Так, ладно, ребят, давайте, наверное, на этом серии мы закончим. В следующей серии мы подойдем сюда, нажмем. Посмотрим, что здесь происходит. Я, наверное, без вас расчищу себе здесь место. Главное... Главное, много, наверное, здесь не расчищать, но вот так где-то я пройдусь. Чтобы у нас было место для строительства. Хотя мы сюда больше не сможем подняться, правильно я понимаю? А нам сюда нужно? По-моему, не нужно. Надеюсь, здесь будет лестничка. Так что нужно будет посмотреть и расчистить как-то вот так, да? В эту сторону. О, да, как-то вот так надо будет расчистить в эту сторону. Нравится, что оно кубиками, да, его разбирает. Прикольненько, так что все. Если игрулька вам понравилась, то мы продолжим ее проходить. Так что пиши комментарии, не знаю, подписывайся на канал, ставь лайкосики и скажи, как тебе игрулька. Мне лично пока не зашла. Так что все, всем пока-пока и до потом, ребята.